Привет, мужики и мадамы. Сегодня я запускаю новую рубрику, и как вы видите на экране, это у нас суперконь сегодня на повестке дня. Вы присылали реплеев, и самый крутой, который был среди всех присланных, это на суперконе. У меня его, естественно, никогда не будет, потому что я даже не начинал качать эту ветку, и не хочу, если честно. У меня есть только арта вкачанная для ОБЗ, естественно, да. Я прям очень на ней кайфую, со статистикой побед 39%. Ненавижу арту! А вот конь крутой, очень часто против него попадался, и, блин, ну это очень плотная, классная штука. И тем более, братишка, который прислал триплей, он просто побил мой рекорд на нем. Ссылка на его профиль в танках тоже, кстати, в описании. У меня за все время, за 18 тысяч боев, максимально было накидано 7551 урона. Он накидал больше. Меня это заинтересовало, и я решил посмотреть этот триплей. Сейчас и посмотрим, сколько он накидает, как он накидает, и вообще, что это был за бой такой. Мне даже самому интересно. Поехали! Итак, у нас песчаная река, суперконь, прям супер, не просто конь, а суперконь. Братик с 1900 КПД, 52% побед и 2000 боев. Ну, ясное дело, что это твинк, конечно, но у него была цель. И он ее достиг, он получил суперконя, видимо, он на нем любит играть, умеет играть. И не хочет подсирать себе аккаунт каким-то еще другим дерьмищем. Кого-то он там, блядь, выцарил. Не, братик, ты кого там увидел? Не, сука, ты меня пугаешь, алло? Кто там сидит-то? Кто партизанит? Не, можно, конечно, подумать, что он на автопилоте херачит, как бы. Но нет. Он там явно кого-то выцеливал. Теперь Иса. Ну, Иса грех не выцелить, потому что пока ты едешь долго, долго, со скоростью, сука, аж 33 километра в час. Что тебе еще делать? В дудку посмотреть, конечно. На жопу впереди едущего танка. Понятно. Очень, блядь, текшена много, понятно. Что еще делать? Я, конечно, на его месте ни за что бы не поехал сюда, потому что, во-первых, я не умею играть на тяжах. Я не знаю, куда ехать, я еду как на СТ. На СТ я поехал сейчас по правой стороне, там на дюнах попрыгал бы. А арты сразу выхватил, потому что на тяже ехать дольше, чем на СТ. Ну, заметно дольше, даже вот дольше, чем на семере. Я бы вот как сейчас эта семерка, попёрся бы туда. Да, и также получил бы пизды сразу. И все, и крестовый поход закончился, отмена операции, блядь. И свалил бы нахер отсюда. Но братик не такой. Братик едет вперед, потому что у него крепкое ебало. Отличная точная пуха с быстрым КД 6,6 секунд. И охуенная пуха, просто вообще дикая. Единственный косяк, что из 7-то остался там, а к братику-то сюда больше никто не приехал. Их бы как тут, как бы два, но как бы один. Ему надеяться не на кого нихуя. А врагов здесь как минимум уже два подсветилось, даже три. И вот сейчас... О, батон-то какой вкусный, ёбана, на тебе, сука. Лепер тут, блядь, лазит туда-сюда. Патон. Блядь, да как же хорошо-то пух попадает, а? И братик какой меткий у нас сегодня попался. Ну, я думаю, бой будет интересно. Смотрим дальше. Excuse me, блядь! То есть, смотрите. У нас есть патон, в которого целимся вот сюда. Здесь у нас гуселька. Это вот все, что от нее торчит. Остальное у нас как бы спрятан. И у нас, блядь, тут камень. Сюда вообще никак не попасть. И Паттон едет в этом направлении. Он не вперед выкатывается, он назад едет. Причем довольно-таки быстро. Соответственно, братюня выстреливает. В момент полета снаряда Паттон закатывается. И что мы получаем? А получили мы ебаный неведомый пиздец. Как говорится, меня бы так снаряды доворачивали. А потом этот братюня пишет мне такой, говорит, представляешь, я 20 коробок открыл больших, а знаешь, что мне выпало? Говорит, а нихуя мне не выпало. Да я зинхер-то, блядь, ты всю удачу на один выстрел сейчас спустил просто. Это нереально, блядь. Я бы на том месте после этого не только коробки бы не открывал, я туалетную бумагу просил, чтобы открыли, блядь. Ну не дай бог ей порежешься. Ладно, хорош, давайте продолжать. Собственно, у нас здесь леоперд, 62 бежит. Сука, загуслил, тварь. Ну, блядь, ему, конечно... Он еще и сюда прибежал. Ты что делаешь, пес? Ты куда мчишь, блядь? Что творишь? Братик тут один.
Один в одно лицо стоит тут, блядь. Прибежал он к нему. Не, ну тебе пиздец. Тебе пиздец, ты понимаешь? Тебе пиздец. Тебе, ты уже захвачен. Не, ну, захватывать не надо было, братан. Надо было просто его вручную просто и изничтожить. Вот так. Умничка. Затопти его, блядь! Нехуй тут. Псина, да? Вот прибежал, блядь. Нас тут сколько человек смотрит, как ты, сука, сюда прибежал, блядь. Нах, вот пиздюк. Прибежал, чтобы сдохнуть. Но братюнь не растерялся. Раз на раз ему. Леопард, ебало супер коню леопард пробить хотел. Ты че, дурачок, что ли, совсем? Еще раз хочешь? Да на, ебан. Да, у нашего братюни тут еще 20 таких же. Таких же, блядь, 20 есть. Он на тебя голдишку-то не жалеет. Еще раз тебя вкатит. Не, ну, блядь, я не то вкачивал. Я не те танки качал все это время. Братик, ну ты мне прям глаза открыл. Ну как так? Как так, сука? 4 минуты даже еще не прошло. А уже 4 косаря накиданы. Один наглый пеструн был разобран просто в одно лицо. Просто прибежал такой и на тебе, говорит, фраг. На тебе фраг, на тебе, блядь, 1,5 косаря хп. Не, ну красава. Почище бы такие 62 попадались в врага. Блядь, как... Вот я не пойму, это рассинхрон реплея или у братюни лагало? Хули так танк дергается? Все, прям музычку надо, другую прям, вот такую вот музычку. И пока танк качает, давайте лайкосик там, подписочку и колокольчик дзинкните. Ну, так, что время терять, правильно? А тем временем братюни ищет врага. И вот он нашел мышку. Мышку. Нихуя себе! Вот это да! Вот это гриль! Это же вообще подарок. Еще вкуснее мауса, который там где-то далеко лазит. Спрятался. Тоже закат. Еще гриль. Блядь, курица развелось-то, а? Курочки. Гриль. Попадет. Я в него верю, попадет. Он там над бровью пролетел, он там по-любому пару волосков-то точно у него оторвало. Ты что здесь бегаешь? Нихуя себе синхронность! Стил 78 ру. Он прям вообще в ту же секундочку. Он прям ему прям вдамажил. Вот реально, там полсекунды разницы, даже меньше. И фраг бы достался братюне. Но урона было бы меньше. Меньше бы было урона. По мне лучше больше урона, чем больше фрагов. Блять, танк качает вообще. Не, ну, такой драйвовый бой. На самом деле, уже 5 косарей. Вот такая вкусняшка здесь бегает. Фош. Попробуем ебало пробить. Попробуем. Давай. Ты чё наделал, блять? Ты как? Нихуя себе, да? Нихуя. Голдовым снарядом на 740. Братюни, в лоб. Охуел. Просто охуел. Он был за это не просто так наказан, он был просто из... Вот как я ненавижу вот этот танк. 268/4. Ну, условно, буду называть его 67. Ну, 268 поделить на 4,67. 268/... Я заебусь это повторять каждый раз, правда. Пусть будет 67. Вот ему там в эту, блядь, в бровочку, в эту, в сисечку вверху. Вот попробуй еще попади. Ну, братюня, попал. Как, не знаю, с такого расстояния. Вот не знаю. Есто тут яга лазит. Не, ну, тут в теории уже победа. Тут такие не повор... Лезет все еще. Я бы ширнул уже. Я бы уже ширнул разок. Ну, братик не такой. Братик будет дожидаться и наверняка кинет. Поэтому вот у него столько урона, а не у меня. Он уже приближается к моему рекорду. У меня 7551, по-моему, было, да? Где-то так я в начале ролика сказал. Блин, нихуя себе, он ему прям в глаз. Прям он ему глаз подрисовал. Чтоб в следующий раз враги знали, куда стрелять. Видимо. Видимо-невидимо. Дырку проковырял, блядь. У коня. Во лбе. Во лбу. Во лбах, блядь. Так, высовывайтесь, пиздюки. Наш братюня готов. У него голды еще. 9 снарядов еще. Да вас еще... До третьего поколения переебать можно, блядь, этими снарядами. Не только на двоих тут, блядь, ты еще внукам достанется. Где? Где вы, блядь? Не, ну вот СТБ-1, конечно, опасный персонаж. У меня там углы наводки хорошие, он сейчас где-нибудь там будет. Ебалом тоже торговать, блядь. Если не долбоеб. А он долбоеб, он выскочил, целиком бочину поставил. Ну, пробил, тем не менее, пробил у нас братюню. 230 хп у братья не осталось. 230.
Блядь, вот это обидно. Вон, 67-й лезет. Опа. 7500. Ой, блядь. Вот здесь бы мог, кстати, бой закончиться для братюни, и он бы мой рекорд не побил, и я бы этот ролик бы не снимал. А теперь все, 7900. 7900. Надо дождаться, пока 67-й отвернется. Ну и отворачивайся, сука. Хватит нас сидеть здесь. По-любому, с фугасом уже. Все, отвернулся, давай, братан, добирай эту тварь. На, блядь. Все, теперь играем с этим. Но аккуратненько. Он с фугасом, у тебя всего 230 здоровья. Ебать. 4 хп, серьезно? Да ты всю удачу реально уже сегодня здесь слил. Просто слил за один бой. Вот теперь точно все. Не, ну, я обещал. Красава. Оба глаза подбили, но красава. И, естественно, здесь дохренища медалей с мастером. 8 679 урона. 92, 93 даже процента попаданий. 800 ассиста. Ну, чувак, реально, больше 30% урона просто внес сам. То есть из 15 танков он 5 разобрал просто вот с нуля до последнего винтика в одну харю. Просто красавчик. А вам спасибо, ребят, что смотрели. И в комментариях там напишите, как вам рубрика зашла, не зашла. Может что-то поменять, может что-то прям лишнее было. И ссылочка в описании есть, и в шапочке вверху ютубчики вон там. Можете тоже нажать и прислать свой реплей. Всем спасибо, пока.